целях реализации проекта «Цифровые кафедры» в рамках федерального проекта развития кадрового потенциала IT-отрасли Национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» в Южноуральском государственном университете прошла презентация проекта «Цифровые кафедры». «Цифровые кафедры» – это совместный проект Министерства науки и высшего образования и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, направленные на формирование компетенций, необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности и приобретения новой квалификации в области информационных технологий. Для студентов этот проект бесплатный, что удивительно. То есть, выходя из стен университета, ведущего университета страны, ЮРГУ таким вузом является, студент получает диплом о основном образовании своем, первую квалификацию и вторую, связанную с IT-отраслью. Хотим, чтобы мы не направили студента получить вторую квалификацию, а он искренне захотел, потому что учиться интересно и сложно. Обучаться смогут студенты-бакалавриаты не менее второго курса и специалитета не менее третьего курса обучения. Также студенты магистратуры, которые не относятся к IT-профилю. Я учусь на IT-специальности. Меня заинтересовала программа 1С, связанная с 1С, потому что это достаточно востребованная сейчас специальность. И туда в основном берут без опыта работы. Туда очень легко попасть. В принципе, востребовано. Желающие могут ознакомиться с проектом и оставить заявки на сайте цифровой кафедры ЮРГУ.